гусь лебеди. И малыш, малыш. У него хвостик на ветру развивается, смотри. Угу. Пять лет прошло, дождались. А, уже делать надо что-то. А, уже, да? Да. А я думала, это кат-сцена. Я тоже. Гнездо ласточки. Какие-нибудь скиллы-то есть? Да. Пока я могу только бегать. Окей, ну ладно. Бежим. Вон какие красивые цветочки. О, паучок. Там Гумо, да? О, девушка. Как-то он, по-моему, разучился некоторые вещи делать. О, гамачок, боже, какая милота. Смотри, у него ловец снов. Он такой милый. А, все. А, окей. Боже, у них семья. Так, а толстенький он это ожил, что ли? Это что? Она? Да, ты что, не помнишь концовку? Не. Все спаслись, все хорошо. Крошка Кум. Наскальная живопись. О, типа же мы учимся ходить. Ей летать надо. Сейчас минус, минус мост. Кушает. Божечки, какая милота, они спят в одном гнезде. Ой. Мне показалось, он за клюв схватил. Нет, за крылышко. А этот Соня, как всегда, никого не напоминает? Угу. И все в мандаринках. Или что это, яблочки, не знаю. А еще там... Нам уже можно бежать? Да. А, корзиночка. Так, корзиночки не укатывать. Ясно. Сейчас будем десантироваться. Так, гипс готовим. Ну что ты такой сразу пессимист? Маленький боец. Да, крылышки размером. Ой, слушай, крылышки-то какие-то немножко это... Обгрызанные. У него крылышко одно обожженное. Ну какое-то да. Осень. А я все время думала, что это мандаринки. Они их что-то так едят. Кажется, он не травоядный. Какие-нибудь жучки ему. Червячки. О, божечки, червячки. Милота-то какая. Зима. Да. Так, ну-ка, фигурное катание. Вон, я же говорю. Угу. Оп. Божечки, как же красиво, не могу. Потом вырастет до нереальных размеров. Типа в маму? Угу. Ну, вообще, по идее, так и должно быть, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Грибочки. Крылышко обожжённое. Хм.
же не пробежал, где совенок? Ну. Куда он делся? Это не он, это она. Совинка. Совинка, понятно. Типажечки. Так, кругленькая такая, пушистая. А нельзя ее это на плечо и в пещеру? А, о, я нажал на кнопку. А, окей. Так. Что делать-то? Не знаю. Типа крылышко мастерить или что? А там было что-то написано. Только я что-то как-то... Это вот так делается? Ну, я, типа, увидел лианку, подумал, ну, офигеть. Как бы... Офигеть. Ой, ой. Смотри. Да, а вот эту жердочку не надо? Помнишь, такие штучки раньше надо было забивать? А у нас нет этого топота даже? Не, он какой-то совсем дефолтный что-то. Он, типа, разучился все делать, все, что мы накопили в первой части, да? Да. Пёрышко он на нем летал. Во. Так, кнопки свои сам запоминай. Да я уж сам забыл всё. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, совсем не видно. Угу. Ни разу не видно пера из этой маленькой тощей спинки. Хорошо. Термоклей. А, да. Изолента. Изолента. Чем мне будут это чинить? Так, вот чей это гамачок. Паучки уже у них там типа инженерами были. Да, они были какой-то еще продвинутой расой. Угу. Стяжки. Это пластиковые стяжки. Да. Не продумали этот вариант. Нет, и сразу плюхнуться сверху, да, это вообще как? Она же даже летать не умеет. А ты управляешь? Да. Или она сама бегает? Я. Ну, она может один раз только это... махнуть крылышком? Угу. Интересно, а тут помимо Ори можно будет сову прокачивать? Так, ой-ой-ой. Кажись нам на ту... Выше? А как мне тут... Да... Ну, короче, вверх у него как-то не очень выходит с тобой. Ты жирненький. Жирненький. О! О, взлетели. Маленький, маленький, маленький. Ну так себе взлетели. Ух ты, ё. Теперь главное, чтобы крылышко не оторвалось. Это перышко. Дерево гинзы. Господи, как я его ненавижу. Сколько мы его проходили. А тут потом-то как на изи. Раз, раз и все. Мать боже, глазюки-то, глазюки эти.
пикируем. Гуси-лебеди. Угу. И жирненький такой. Какие-то пеликаны. Птеродактили. Птеродактили. Так, десантируемся. Что-то какое-то угрожающее место. Опять что-то красное. Ой. Мне бы еще понять, когда мне надо что-то делать, и... А то сейчас закончится. Сейчас тебя молния собьет. Да, я там такой... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну и все. Вот я так и знала. Так, ну перо поймал. Нет. И перо не просрал. Ну, интро зачет. Сэнка просрали, перо просрали. Да. Там какие-то тушканы, смотри. Темные ори. Да-да-да, я вот тоже об этом подумал. Их тут целая куча, смотри. Трое. Четверо. Там вон сколько разбежался. Ну да, что-то их прям. Вон там на пне, здесь один, там один, тут один. А, уже хожу? Нет? Да, нет. Нет, это катсцена. Ну и на всякий случай что-нибудь буду жать. Ну ты что-нибудь там, да, пробуй теребонько. А вот, смотри, жизнь, а вот там вот внизу был опыт. Но я не очень понимаю, с какой стороны можно вот к ней снизу. Ага. Да, это мы знаем, это капустка. Угу. Так, осторожненько, оп. Смотри, тут можно переждать и это... Дождь. Опыт. А вот что тебе показывают вот это YXB? Я уже попробовал все нажать. И что там? Ничего. Ничего, да? Странно. Может, как обычно, это будет работать на сохраняшках? Ну, пока ни хрена ничего не работает. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хотел проверить, что там внизу. Так, ну, сохраняшка вон сверху, твои любимые фонарики, от которых мы раньше прикрыли. Да, скилла этого нет, я поняла. Вон. Нажмите А вниз и А, чтобы упасть сквозь платформу. Ты опыт не взял. Какой? Так вот, вот это вот то, что тут светится, это что? А еще раньше левел ты был внизу, где вот теперь X, Y, B, да? Я не очень понимаю, где теперь отображаются накопления, или они это как-то вообще по-другому сделали? Ну, я не знаю, куда идти, прям тут прямо глаза разбегаются. Ну да, туда стрелочка вон есть. Ой-ой-ой, осторожно, это не злые они? Фонарики просто, да? Стопудняк, что-нибудь надо будет дернуть. Угу. Прыгнуть, еще какую-нибудь фигню сделать. Какой-нибудь пролезть, да. Знаешь, тут какой-то завальчик, как будто импровизированный. Ой-ой-ой. Осторожно, осторожно. Ой-ой-ой. А вот эти уже, наверное, плохие. О! У них камин. Он потушил им камин. Животные грелись. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, то есть, окей, факелом. Я вот знаешь, что, кстати, не помню к своему стыду? Вот про нару я помню, да? То, что... Это про энергию, то, что мы энергию нашли. А что стало с Сейном? Вот этот свет, который помогал нам драться. Он куда-то это... Да. Переехал? Какой Сейн? Сейн. Какой Сейн? Свет. Какой свет? Ну, помнишь светлячок, который нам помогал дверки открывать, биться, вот это вот это вот все.
Вау. Да, вот стенку нельзя поджечь. А вот эту... О, есть ХП у нее, да. А у этой нету. Да, а там наверху были какие-то подобные шалашики? Осторожно, эти... копья, ну ты понял. Шипы. Ух ты. Моки, моки это, видимо, вот эти. Темные ори. Угу. У нас квест. Угу. Это он нас туда посылает? Угу. Там второй ключ. Окей. Осторожно, шипы. Как вот с этим факелом-то прыгать? Это же неудобно. Ой-ой-ой-ой. Пошли вон. Так, а мы вообще допрыгнем? Или надо вот с верхней? Да-да-да. Да без понятия. Ох! У него раньше просто прокруточка такая была. Прям ух-ух. Померли, понятно. А страшно спросить, а нам вниз? Или может сохраниться? А как сохраниться? Ты думаешь, я знаю? А, ну вот кто-то XB, кто-то из этого был да сохраняшка. Да не жмется оно ничего. Как не жмется? А долго, помнишь, удерживаем. Да долго жму, ничего не жмется. Не жмется? Ух ты. Так, это опыт. Мама мия. Так, а это что за живность? Ой-ой-ой-ой-ой. Я тебе поручу. Это все-таки РБ? Соня, полторы. Что-то я не ожидал как-то вот этого сейчас. А, двери открываются на халяву? Так, сейчас факел потухнет, да? Синий мох липкий. Ау. Ой-ой-ой-ой-ой. Ах ты ж. Сая, тихо. А, ну так. У тебя осталось пол жизни. Да еще жопа. Вот рунка, а точно сохраниться нельзя, да? Ну не прям сохраняется, не грусть знаю. Грусть какая-то. А, нужно обратно к нему. А вот это то, что там точечки такие маленькие на карте, это показывает наш путь? Наверное, как мы типа идем. Да. Смотри, там какая-то фиолетовая штучка. Я видел её, но я не знаю, как её достать пока. А мы туда не долезем пока, да? У нас навыков нет. У тебя пол жизни, имею в виду. Вон, может, нафиг её? А, о, ничего себе. Какой-то камушек понтовый прям. Господи. Я туда сейчас не допрыгну просто. Угу. Ну да, вертуханов нет. Угу. Ни двойного прыжка, ничего нет. Он даже по лесенкам. Ой, по лесенкам. Раньше... А раньше не помнишь, дерево скиллов можно было открыть только в сейве? Просто так его нельзя было открыть, да? Ну, вроде как. Осторожней, осторожней. Осторожней. Так. Внизу жизнь. Так. Не застрять бы здесь. Факела больше нет. Факела нет. Тихо!
О! Так, вернулись. Окей, мы поняли. Mm-hmm. А еще? Походу все. А дальше? А где ворота? Смотри, какие-то полусферки лежат. Опыт. Причем, обрати внимание, ресурсы на карте показываются, а раньше на это был скилл, который надо было выучить. Какие-то страшные звуки. Угу. Осторожно. Драться нечем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какая-то хрень ходит на заднем плане. Да. Там не знаю, кто это, волк. Оп. Жизнь. Угу. Это очень кстати. Слушай, а вдруг сейвов больше нет? Это ж трэш. И там помер, а тебя будет восстанавливать на каком-нибудь ближайшем колодце. Так и думал, что хпшки не просто так дают. Матерь божья. Так, я это тебе. На скорость. Бежать, наверное. Бежать, маленький. Бежим. Господи. Малыш, беги. Божечки. Ох ты ж, ёжики. Вот так тебе. Плохая собака. Саба, это нам что, все хп надо? Ее мотата-та-та-та. А как его убивать? Еще а раз. Блок какой-нибудь, что делать-то? Как? Куда бежать-то? У тебя осталась одна жизнь. Прыгать как-нибудь нельзя. Матерь Божья. Мы ей, кажется, шерсть подожгли. Кажется, мне больше не надо в туалет. И камин потух, и факела нет. Ты что, факел в мощью запихнул? Ну, походу, да. Ой. А вдруг пёсель агрессивный тоже потому, что его в детстве недолюбили так же, как с совой. Там же все время какая-то грусть, печаль, такой драматизм. Я не могу. Ну, понятно. Это. Мастер прыжков. Слушай, тут что, скелеты? Ага. Вон в бивашках. Ну, так у нас даже скилла нет. Так, рунка. Интересно, там внизу как... Это скелет какого-то животного. Опять вот они, двери. Нет. Одна рунка наверху, другая мы еще не знаем где. Не, ну я тут не допрыгиваю даже. А вот тут, которая часть стены над дверью, там не забраться за ее. Тихо. Там, смотри, камушек какой-то внизу. Другой вопрос, а мы поднимемся? Он умеет карабкаться? Я не могу вниз прыгнуть. А, нельзя вниз? Да, типа, наверное, какой-нибудь скилл должен быть, чтобы их ломать под собой. Пока что этого нет. Ой, животное. А оно хорошее? Ну вот эти лемуры вроде нас не трогают. Лемуры? Кодовое слово лемуры. Так, шипы. А там мох, а там жизнь. Там жизнь, кстати, на самом дне. Только прыгай как бы больше не к этой стенке, а вот к этой, правой. Да. Тять-тять-тять-тять. Молодец. Ох ты!
Свет, свет. Это скилл, навык. Мне так не хватает Сейна. Ну вот тебе и сейф какой-нибудь. Деревья раньше были такие схематичные колодцы, сейчас так красиво тоже стало очень прям. Окей. Двое родителей ищут двух потеряшек. То есть они жили рядом с вот этой фигней, которая там светилась какой-то зловещей аурой. И динамили это, да? Да. Понятно. Ну а что у них там это? Этот прыгать разучился и все остальное. Господи, он взял скилл и аж сознание потерял. Да. Зато выспался. И лемур его. Его вообще. А мне кажется, они приняты его за своего, только он будет альбиносом. Ну, не похож. Клинок духа. Вот, вообще ништяк. Так, вы освоили новое умение. Привяжите его к кнопке X, Y или B, удерживая LT. Ну, это ты там знаешь, какие у тебя кнопочки. Так вы сможете выполнять комбо-атаки. Матерь божья. Ну, давай, после БДО нам ничего не страшно. Лемуры требуют демонстрации. Так, лемуров ты не прибей! А куда они все делись? Ну прям... Ну прям в ашпе, да? Ты снова Милик, поздравляю. Да, да, да. А, в той части ты был магом, топтуном. Ну в ашпе, прям в... Ходыщ! Опыт. Единственное, что я так и не поняла, смотри, вот у нас тут численное значение опыта, да, накапливается. Куда, на что его тратить, как, где. Так, что-то дают. О! Так, это плеваки. Не в ту сторону. Сюка. Пролетай над, иногда всасывать. Нет. А, у нас был скилл на всасывание ресурсов, да? Протяжение вот это. Давай, маленький, давай, Хася. Интересно, геймпад слышно, как я теребонькаю? Нет, это плохой лемур, плохой. Плохой лемур. Плохой. Пошёл вон. Ой-ой-ой. Так, какие-то мостики. Смотри, еще какая-то... А, это энергия или какая-то рунка? Я что-то не очень понимаю. Магнит. Ух ты, осколок духов. Вот, с ним вы притягиваете сферы из... Это вот на притяжение скиллов, что ли, дали? Да? Ух ты, ух ты. Ну, видишь, у нас как капустки-то расширения. А, это были отдельное расширение. Да. Да, 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 точно. Ой-ой-ой. Светлый походу лемура. Все, ты национальный герой теперь. Лемур джедаи. Да. Просвещенный. Угу. Матерь Божья. Так, окей. Далековато. Ну вот жаль, мы столько всего уже пропустили, всяких таких штучек. А, вот это, чтобы карту посмотреть. Я так и не понимаю вот с этим опытом, что с ним делать. Вот он накапливается, куда его тратить?
Так, тут дверка, тут рунка. Тут, смотри, какой-то опять вот этот магнитик фиолетовенький, да? Угу. Вот там тоже какой-то магнитик был сверху. И в самом начале магнитик, который мы пропустили. Ага. Тихо. А вот... О! Это какие-то крабы. Что это вообще? Скорпион? Кто они? Какой-то хвост шипастый? Не знаю, я не успел понять, кто я это. Я тоже. А вот это мы теперь можем сломать или нет? Не можем, да? Ух ты! Не ломается, да? Нет, не. ХП. Ой! Что это было? Клинок духов. В этой куте врагов в людьми свет. А, так... Странно. Это мы поняли. Он с направлением? Ну как, понятно, что он с направлением? А вот это что было? Хрень какая-то. Какие-то комбы. Ну вот одну рунку, она тут наверху, но мы туда не залезем, да? Да, и вниз я не могу пролезть. То есть это надо вот идти туда вперед. Да. Печаль, беда. Да ёпт. Какой-то он вообще стал хиленький. А, вон. Ух ты, ух ты, ух ты. Осторожно, шипы внизу. Вот здесь можно ломать? Опыт. Угу. Нафига он нужен, пока вообще непонятно почему-то. Для чего это нужно, наверное. Я, конечно, двигаюсь не в ту сторону, что-то немножко. Да тут порой это... О, смотри, ломательные мостики опять пошли. Жизнь у нас фул. О, таскать. А зачем? Видел, да, там камушек таскать? Я видел там рычаг. Рычаг? Вот этот камушек тащить. Нет? Вот смотри. Мы так помнишь раньше таскали. Только я не очень понимаю, что делать. Мы его затащим. Слушай, а может его сюда на мост бросить надо? Или вот сюда? Сюда. Я вот это вот очень не люблю, вот эти штуки. Ясно, нам надо блочить луч. Блин. Ну, туда я прыгать не могу. И рычаг. Я же скажу, я рычаг уже видел. Ну, до него не допрыгнуть, да? Нет. Угу. И вниз пока не могу. Божечки, мы чуть-чуть не дошли до... Здравствуйте. Лечит, исцеляет, это я помню. Там еще же и сейф. Вот это старого, кстати, образца колодец. Ну, это игра сохранена. Жестко. Надо теперь только когда отсюда вылезти. Ну вот камушек этот куда толкать, интересно? Ну он вниз должен упасть. Это понятно. Но сейчас я его не могу. Ну вот если мы, допустим, двинем его на мост. Вот понятно. Жизни и так были норм. А. Да ну ёпта, я хотел посмотреть. Осторожно. Да, блин. Одна жизнь. Все. Вы второй. Третий. Жизнь сожги. Это капец. Вот это вот вообще засада. Угу.
А нельзя этим мечом там типа блочить? Нельзя, нет. Да? А. Ух ты. Ну, я думаю, типа 1000 очков наберем каких-нибудь и что-нибудь дадут. Да? Угу. Ну, типа... Дерево. Сейчас еще какую-нибудь обилку дадут. О, двойной прыжок. Вот. Вот это вот не хватало. Он как это, вышел, размялся, вспомнил, угу. Вспомнил старые скиллы. Опа. Прилипать к стенам. И как он прилипает? Ну... Не очень? Ну вот он соскальзывает как бы. Ну, прилип... Прилипать интересно, что имелось в виду, стабильно или нет? А вдруг эти осколки надо куда-то выставлять? Хотя инвентаря и слотов я не вижу. Так, а, осторожно. О-ля-ля, маленький. Ага. Опыт. Жараза. Опыт. Ну да, за жопку кось. Ого. Пошел паркур. Жизнь. Угу, мы тут были. Это мы вернулись, мы круг сделали. Да. Вот тут нас зажало-то. Опа! Это вот ты сейчас как открыла, что это вообще было? Ну вот. Осколки духа. Это типа скиллы. А, скиллы? Угу. Это дерево скиллов? Да, только вообще я хотел карту открыть. О! Вау! Нафиг твою карту, давай изучим, что там. Там пока нечего изучать. Так, там с двойным прыжком нам было что делать или нет? А, ну, не знаю. Там потайных комнат нет. Вот видишь, тут все показывается. А раньше на этот скилл был. Но тут нету ресурсов каких-то очевидных полезных. Ну, таких вот, типа, псевдоскрытых. Ать. Все-таки, наверное, с этой штучки, да. Так, хорошо, дали двойной прыжок. Ты там вместе с жуками еще газон стрижешь, так прикольно. Угу. А-ля-ля. Да блин, они вот. Вот в лианках не видно, да? Там не, еще даже фокус не в этом так дело. Переводится. Не то, что в лианках не видно, там они когда бегут. Оу, вот эта система небель. Они когда бегут, им типа насрать на мою атаку. Вот ты жопа. Такого еще не было. Так, хорошо. Как проломить вот этот мост? Да все, все, она умерла. Букашечка. Сейчас все будет. У меня план. О-ля-ля. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да ёп. Я умер. Ого. А мы тут не сохранялись, смотри. Вот, видишь, он расшанул. Так, что ты дали? А, энергию дали. Окей, идиотский вопрос, а для чего теперь нужна энергия? Если раньше мы ей сейвились, там, и так далее. Ну, узнаем потом. Хочу все знать. Не в ту сторону. Она еще жива. А, нет.
А, да. Угу. Так, руночку нашли. Наверх сюда не проходит, да, через эту деревяшку? Ворота где-то были, вон там вот. Так мы же только одну руну собрали. Или две? Одну? Одну. Надо две. Здесь рисунка можно. Типа зарекиниться. Ну, можно выходить из этой дырки. Вроде бы тут. Зачистили мы, да? Ну, более-менее, да, все зачищено. Угу. А чё он вниз не спустил? Не, они не могут, типа? А, ну у нас жизни фул. Фонарик-то за что? Справа тоже, да, вроде как у нас? Такое чувство, как будто там тупик. А, там деревце было, там скилл нам дали. Так, окей. Топчет. Вот смотри, у нас иногда в левом нижнем углу что-то появляется. Может, это сейф? О-ля-ля. А. Внезапно. Она умерла от того, что она плюхнулась в воду, нет? Осторожно, осторожно, осторожно. Да-да-да. Перфекто. Так, обрати внимание, вода фиолетовая. Как да, было наверное, когда-то. Не очень вкусная. Чувствую я прыгать туда. Там какая-то вот эта рунка еще фиолетовая. О-ля-ля. Так, жив целый орел. Ух ты, ух ты, ух ты. Ничего себе. Вот так вот надо, походу, все проверять. Энерджи дали. Жизнь. Круто, ты что-то понял? Я уже начинаю путаться. Блин, прыгнул нечаянно этим. Блин, вот энергию. Лепестком. Так, нам наверх нас ведут борочки. Да. Там туда надо допрыгнуть. Сначала что-то типа. А, ну заколачивать нам нечем. Она еще и не очень стабильная. У нас скилла этого нет. Да. Топот. Нет, я хочу не сюда. О-ля-ля. А! Нет, нет, хп. Ой-ой-ой-ой. Я хочу туда.
Ясно, сюда оля, нельзя. Оля, оля. Нет, смотри, там были липкие вот эти грибы. Я вижу, да. Это те липкие? Грибы. Да-да-да. А там, помнишь, у нас в предыдущей части... Это не те грибы. Я не допрыгнул. Я забыл, а за них надо зацепляться или как? Я не помню. А, он сам. Так, тихо-тихо. У тебя остался одна жизнь. Какая жизнь? Да что он как-то не... Да. Там какая-то сороконожка. Да это что-то страшное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она плюется. Ох, ух ты. Внезапно. То есть меч он фантомный, он снизу пробивает. Где? У нас новая система боя. Да. Из-под тишка. Как крыса. Ну вот. Энергию дают, жизни не дают. Что за западло? Там новая капустка. Плюс один слот. Эть. Смотришь, есть что на потолке? Mm-hmm. Так у нас же карта. А ты да, я. О. А, я даже не поняла вообще, за что ты зацепился. Он какие-то новые звуки стал сдавать. Новые? Угу. Он говорит, о, как-то вот так он делает. Так, плюс одна жизнь. Хорошо. В общем, мы сюда пришли за капусткой. Ну хорошо. Так, тихо. Вода, блин. А как отсюда вылезти? Хороший вопрос. Подожди, я не поняла. У нас же было три жизни. А почему не дорисовалась капустка? Не знаю. Сколько времени? Страшно, вода. А тут я, по-моему, был уже. Да. Я не поняла юмора, где четвертая жизнь. Я тоже. И вот теперь 4. Фрагмент ячейки жизни. Угу. То есть их надо взять 2, чтобы да. получить плюс одну ячейку. Да. Вот это усложнение уже небольшое. И жизни фул можно не брать. Так. Входики все открыли. Ага, тут опыт где-то вот тут.
Может быть, чуть выше. Да, угу. Ну и нам как-то вот на ту сторону, да? Оп. Лемуры. Ой, привет. Сейчас задание даст, небось, смотри. Моки храбрец. Это побочка. Угу. Это наша основная, да, вот у нас сюжетка. Так, ну, чувак, мы тебе пока ничего не обещаем. Угу. Божечки, они так мило фурчат. Туда никакой дорожки больше не идет, да? Куда-то? Что-то ведет. Обаньки. А, ну мы оттуда типа это самое. Ну мы оттуда пришли, да. Да. Ну вот тут маршрут незавершенный, видишь, где фиолетовая штучка. Просто помнишь, как вот там было? Мы начинали, грубо говоря, в центре, и там расходилось и влево, и вправо. Да, да, там три дороги было. Вот, ну, а здесь я не знаю, как оно. Ну... Типа, можешь, конечно, сходить на разведку обратно, сгонцать. Типа, дособрать, если мы что-то не дособрали. Ну, типа, просто, да. Видишь, карта показывает, что у нас особо ресов каких-то, ну, нет. Только вот та фиолетовая вот эта вот штучка. Опыт. Опыт. А. Все время думаешь, что он где моб должен? Нет. Он... Ну, фиолетовая штучка, фиолетовая штучка, фиолетовая штучка. Что это за значочки? Где? Ну вот, видишь, что вот, вот значочек. Без понятия. Вот значочек. Ну, пойдем узнаем. А! Пошла вон. Да какая-то бешеная, не знаю, белка. А, это, скраб, блин. Скорпион. Чё ж мне всё время-то это самое, это самое. Жив целый орёл. Опс. А вот это нельзя разломать внизу? Можно. О! Безрассудство. Наносите и получаете больше урона. И получается? А, вот, ты знаешь, это шило на мыло, я боюсь. Смотри, плюсики. Видимо, их сюда вставлять надо. Их надо активировать. А, вот, наверху три окошечка, да. Клей, это вот зависать, да, на стенах. А первый какой у нас? Я забыла. Магнит. Магнит? А, да. Вот, это в себя... Вот почему ни хрена не работало, шмыс слоумо просто. Кошмар. А безрассудство, наверное, всё-таки не надо, да? Больше урона, да, это как-то не очень. Больше урона получаю, больше урона это, но... Не, ну, конечно, я наношу урона больше, чем бью. Ну, а потом тебе шоты тирбы какие-нибудь будут. О, офигеть. Так. А я тут эти... Смотри, тут вниз какая... А там вода или что там вот тут вниз? Как недорисована карта, видишь? Где? А, ну вот, вот тут это? Кончик такой, как будто вниз недорисован. Да, и да. Вот там еще наверх сейчас, есть. Подожди. Вот это что? Это нам... А, вот этот лемур дал квест на клык... А, это лемур, что ли, отмечается? Воя. Ну, походу, да. Я думала, тоже думала, что это Ори. Это разве новое дерево бомбы? Да вроде бы нет. Делали? Вау. Вы сможете получать жизнь при трате энергии. Угу. Ну, по сути, перегон. Типа кнопку назначить надо. И Y или B, я так поняла. Ну, я типа вроде как. Не, ну... А чё она не жмякается-то? А на что ты жмёшь? На Y. Или он может встать типа только на X, я не поняла. И это тоже можно тогда типа только заменить.
А, вот, все, я понял. А, божечки, окей. Я понял. Молодец. Я не совсем дебил. А-ля-ля. Тормоз немножечко. О, бешеные белки. Как белка-крабы. Тактика крысы. Ну, можно так. Ну, вот тут внизу какая-то вот эта штучка. Или этот торгаш вот этот. О, это плюс одна энерджи, наверное. А вот хрен. Та-дам. Пойдем туда посмотрим. Я уже не помню, блин. Вот они... Надо научиться прям с ними драться. Такие стремительные атаки у них. Ну вот да, вот. И эти стремительные атаки не особо отбиваются. Вот. Ну блока нет, я поняла. Ну внизу мы... А хотя смотри, там можно, кажется, мостик... Ну вот это сломать, угу, вот эту штучку. Жизнь, да, отлично. О, опыт. Очко опыта. Так, еще раз сверяемся. А вот ты когда вот эти два осколка добавлял в кружочки, за это опыт не сняли? Какие осколки? Очки опыта. Ну вот, вот сейчас вот в три кружочка там, да, два ты из них добавил, заполнил вот этими осколками. Да. За это опыт не взяли? Вроде за нет. Вставление, то мало ли. Через верх, наверное. Тут липкие грибы. Но мы ходили через низ. Прыжка, потому что не было. Да. Типашечки. Я не понимаю. О, ты видишь, где она? Она вообще там. Да. Грибы, грибы, грибы. Ну тут, кстати, даже какие-то цветочки именно. Грибы, помнишь, наркоманские были там, когда прыгаешь, они то открываются, то закрываются. И что это? Угу. Искусный мастер может что-нибудь починить. Это на кого вот намекают сейчас? Вот развилка. Вот они опять три ветки. Угу. Подлунные норы, светлые озера и чернильные топи. Ну ладно. Но нам по сюжету все равно туда, да? Да, я бы еще вот сюда сходил, правда. Вот угу. Это посмотреть, что это такое. Это совенок. А. Точно. Совушечка. Я только сейчас разглядела, что это за значок. Вот мы тормоз... Мы тут полсюжета без нее уже прошли. А вдруг ей помощь нужна? Господи. Сейчас все будет. Орёнок бежит. Как мы вообще мимо нее прошли? Или так задумано? Там, типа, вдруг нам перепрыгнуть, может, было нельзя. Мы, типа, сразу куда-то вниз упали, да? Видишь, я теперь прилипаю. Угу. Ну, то есть он стабильно держится, да, совсем? У нас, кстати, был какой-то подобный скилл там. Жизнь. Угу. Осторожно. Тактика крысы. Зачем ты наверх-то поднялся? Так вышло. А-а-а, жива еще. Тактика крысы чуть-чуть это. Дала сбой. Вот жаль нету вот этой хвататься за вот эти штучки. Я помню, нам этот скилл дали в дерево гинзы. Тут был камин. А-а-а! Это плохие лемуры. Бешеные. Ох. По-моему, я впервые сразился с лимоном. С лимоном. С лемуром. С лемуром без потери. Да. А тут нельзя разломать? Нельзя? Не ломается. Ай!
почему-то не ударилась. Ну, а потому что ты по привычке, наверное, как топот прыгал. Жизнь. Жизнь? Да. Ой. Нет. Нажмите. Люпо. А, я тут уже был. Да? Но его не было. Картограф. О. У нас какой-то торгаш и картограф. Вот. За что. Опыт на карты, да? Ну, часть давай карты. Купим. Ничего у нас. Что изменилось? Что изменилось? По-моему, нас на это. Обманули. Накрячили? Или нет? А, нет, стоп. Он еще. Мы поторопим. Он ему только дает карту. О. Ничего себе. Это топи, да? Ну. Серое – это там, где мы не были, голубое – это то, что мы дошли до сюда, здесь развилка была, туда и сюда и… Ещё вниз смотри, какая-то шахта, божечки. Кстати, вот это похоже на наше это… Как Гинза было, да? Вот помнишь, там такой же зал был? Да-да-да. Там ломающийся мост и какая-то, смотри, штучка. А у него только одну карту можно купить? Да. Смотри, да? Да, больше ничего не дал. Вот, открой, да, пожалуйста. Что? Смотри, вот это вот, это колодец, вот это, да? Да, скорее всего. Нет. Колодец вот так помечается. А или это дерево? А, там. Дерево со скиллом. Видишь, мы тут не пробили. Да. Тут тоже такая шняга. О-ля-ля. То есть мы еще не знаем, что это. Может быть, вот этот опыт какой-нибудь? Не знаю, сейчас. Пока гуляем. Ага, понятно. Я вижу, но я не достану. Нет? Нет. Ха. Вот мне прям даже интересно, что там дадут. Топот или цепляшку за фонарики? Я что-то прям вот не туда все время жму. Ну, вспомнишь, ничего страшного. Вот опять мне куда-то так, понесло. Липкие грибы. Цветы, неважно. Осторожно. Это наконец, как он по ним ползает. Ага. О, так. Стойкость. А, меньше урона. Кстати, да, но вариант. Там, у нас там третий слот еще свободен вроде. Да, пока стойкость, его. Пока его, да. Если что, можно там. Тут круто, тут... А, туда нельзя пройти, да, вот туда? Нет. Угу. Жаль, там, видишь, это руда, вот эта руда, да, то, что новое. Это вниз надо нырять, а это, скорее всего, какой-нибудь очищать надо. Это как обычно, тогда, когда мы очистим воды дерева Гинза, да. Ну, местного, и сможем плавать везде. Это куда залез я? Ага, так. А это чё? Это картограф. А, нет. Да. Это картограф, не путай. А куда я залез? Мы там опыт не взяли внизу. Ладно. Угу. Вот тут вот опытинка вот здесь, в этом, в закутке, походу. Я, правда, не знаю, как туда долететь. Ты вообще реально долететь? Да что ж ты делаешь-то? Ну мало ли, чем-то ломать надо. Так. Ну ладно. Энергия. Ну у нас фулл. Это что ж ты делаешь? Жизнь. Тоже вроде фулл была или не была, не помню. Ух ты! Это на заднем плане. Вот тут лемуров-то. Родник. Нам уже намекают. А это что за курица вообще, блин?
Это местная кура. Оружейный мастер, ага. Понятно. Ух, цены-то. Да, вот у него дорого. А значит, турель? Что? Подожди. Рядом с вами появляется сфера духов, которая атакует врагов. Так, понятно, это местный сейн. Звезда духов. Вы бросаете вперед звезду, а она возвращается к вам. Бумеранг, видимо, какой-то. Но она дамажит, как пламя. Скорее всего, да. Вы поджигаете ближайших врагов. Шип. Вы запускаете мощное световое копье. Для этого нужно много энергии. Удар духа. Вы наносите врагам мощный размашистый удар. Ну, надо либо тогда вот эту, либо вот эту вот, наверное. А, ну это вперед именно. Ты хочешь бумеранг? Вот я не знаю, его может, он типа написан только бросайте вперед, а вот в любые другие стороны, ну типа это, атаки крысы. Ну, а... Может быть, копье метается? Там, видишь, вот копье. Тебя смущает много энергии? Да, и типа иногда там надо раз, два там. Не спорю. Размашистый давай удар это. Хочешь взять? Ну да, да, мне пока больше всего тоже по описанию понравился. Он, видишь, нам тоже в святилище какое-то, да, посылает нас. Это сюжетка, побочка, что это? Тоже какой-то типа. Так, хорошо. Он сказал, на первый скидка. А так же, сколько у него скиллы стоят, интересно. У него нельзя больше там прикупить что-нибудь? Типа? 800 тысяч две. И вот что-то новое открылось. Кстати, видишь, да, вот мы там выучили первый в этой ветке, да, а там второй открыт. Взрывной удар. Ну, усиление, грубо говоря. Ну, да. Того, что мы купили. 800 200, да, там цены. Надо запомнить. Накопим. А вот интересно, к нему ведь возвращаться, наверное, надо. Ой-ой-ой. Ой. Какой-то алтарь. Угу. Ну, человечка похож, смотри. Ну да. Типа моська, ручки такие, ножки, он типа сидит на жопке. Короче, это инопланетные древние технологии. Да. Так, смотри, у нас есть лиана и есть там шестик. А до лианы мы не допрыгиваем? Не. Есть шестик. О! А за него нельзя. Ух ты, он так на одной ручке повис. Какая милота. Но мы и вниз можем, и наверх можем. Вот это вот что синим светится, не понимаю. Ать. На-на-на-на! Ах ты ж, сука! Ах ты ж! Она прыгает! Цукуне! По жопе-то тебе! Жизнь, так, хорошо. Там еще какой-то шест. Ого! Нет, оно совсем бесформенное, походу. Вот это вот непонятно, ломается или нет. Боже, он прям цирковой актер. Там какая-то цирконожка вот эта бешеная. Не, нифига. Видимо, с той стороны придется драться. Вот на этот интересно прыг... О! Я... Наверх ИА написано, чтобы схватиться. Во! Ух ты! Ня! Он эквилибрист какой-то, а прыжок с размаха.
Божечки. А ты зачем головой ты его бьешь? Я понял. Он так шух-шух-шух-шух. Как знаешь, вот спортивные гимнастки. Да, я не сразу втупил. Слушай, ну Ори тут вообще он... прям просто цирковой актер, конечно, стал. Ну и так это было прям. Так. Так, ну там проблема. Тут кругом шест проблема. Шест засратый. Шест засратый. Боже. Зёпа! Больно зёпу. Так, а там восходящий поток. Прыгать. Тут это крокозябра. Осторожно, у тебя полторы жизни. Полторы! На-на-на-на-на! Ну! По зёпе. Осторожно. 2,5. Так. Там шест наверху. Да, сейчас что-то сложно с ним рисковать. Восходящий поток. А, вот, и мы тут, кстати. Мы ползали по этой лианке. Угу. О, ага, вот туда, понятно. Опыт. Но этот опыт можно взять об шипы. Да. Хотя не, вот, сейчас. Ух ты. Ну да. Ух ты, ё. Ничего себе, тут можно разогнаться. Вот он, смотри. Это зависит от раскрутки. Даже без потерь. Давай. Маленький. Ух ты. О, там какое-то яйцо, гнездо. Я не знаю, что это было вообще. Во, видишь? Это вот что с этим делать? Мне кажется, какая-то дрянь. А дрянь, да? Ага. Типа это срезать надо. Ну, типа это дамажит, да? Ну, я сейчас туда не заберусь. Ну, нафиг, ладно, потом. Я так не понимаю, забыл я, чё, куда. Вообще, вот сюда-то чё-то никак нет. А там не вода ли часом? Нет? Я забыл. Чё тут было? Ну, тут торгаш. Да. А так тут, это дерево ж лежало, по-моему. А, ну, кстати, да. Слушай, какой-то... Комар. Комар какой-то, да. Ну, ему сейчас жрать нас будет. Да. Ничего себе! Оля! Боже! Зараза такая, знаешь? Капец вообще. Там это, смотри, штучка, но я не представляю пока, как ее взять. Это расширение этой энерджи. Лемуры вылезали. Ты это... А. Вождь бандерлогов. Сейчас за совушку будем играть. Да? Наверное, я не знаю. Положил. Офигеть. О, маленький мокнет. Оно дрожит. Перышко, перышко, лови перышко. Беги скорей, маленький. Боже, она бегает-то не очень. А, это типа они... Рассказали. Ох, рассказали, да? И дернули даже нам это. Унитазом смываем. Ничего себе, химические реакции. Не совсем. Нам проложили мост. Дам снова птицы наверху. Этот попугай, который торгаш? Да, сейчас. Секундочку. Сейчас надо закончить эту серию и начать новую. Где? Тут? Да. А.